Пристань у музея-заповедника «Сользавод» – место притяжения рыбаков, уток и любителей отдыха у воды. До 17 века оно было единственным для зимовки судов, их погрузки и выгрузки. Здесь же осуществлялся сбыт соли и привоз других товаров в Соликамск. С середины 60-х и до 90-х годов 20 века на этом месте работал 45-метровый дебаркадер. Сюда подходят лодки, то же самое и пассажирские теплоходы. Тут проблема из года в год одна и та же. У нас весенний период, сюда по большой воде заносят бревна, которые после ухода вешней воды остаются на берегу. И эти бревна они привлекают внимание людей, которые, ну, мягко говоря, грубо пренебрегают правилами поведения воды. Напомним, в прошлом году здесь после посиделок с крепкими напитками утонули двое молодых людей, после чего сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам забили тревогу. В июне этого года в рамках всероссийской акции «Чистый берег» неравнодушные соликамцы, а также сотрудники ГИМС и МЧС навели порядок на пристани, убрав в том числе и бревна. Но импровизированные сидения появились вновь. Государственный инспектор соликамского участка ГИМС вновь забил тревогу. Вышел на депутата Соликамского городского округа Панучева Дмитрия Сергеевича. Территория вот этого пристани входит в его депутатский округ, и ему очень благодарен. В каком плане? В том, что он нашел понимание, не задавал лишних вопросов. Депутат Калищик действительно помог решить эту проблему. На самом деле проблема бюрократическая. Имея, то есть, возможность там выйти напрямую в управление благоустройства, обратился к директору Магеле Алине Викторовне. Та очень отзывчиво сразу отреагировала. И буквально в течение недели силами управления благоустройства все это дело устранили. Взаимодействие, я думаю, что на таком уровне, когда органы инспектирующие, контролирующие не только с властями работают, но и выходят через депутатов, хорошие результаты дают. Этим надо пользоваться. Но мы всегда, конечно, будем здесь отзываться. И не только инспектирующие органы, но и любой житель Соликамска может всегда обратиться к народному избраннику своего округа за поиском решения проблемы. Добавим, пристань у Сользавода – это место остановки речного транспорта, а не купания. И поэтому сотрудники ГИМС и МЧС призывают максимально ответственно относиться к своей жизни и здоровью во время нахождения на этой территории. Поддерживают этот призыв Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания «Соль ТВ».